Ну, вы видели, что какая игра сегодня была. Упрекнуть в чем-то наших ребят, игроков Ошклы, мне не в чем. Даже и после, до добавочного времени мы готовились, на мой взгляд, было преимущество. Я рад, безусловно, сегодняшней победе, и наши ребята заслужили слова благодарности сегодня. Жаль, что потратили очень много сил, потому что дополнительное время много забрало сил, но я думаю, мы сегодня победили заслуженно. Поэтому мы поздравляем Орсклу с сегодняшним наших ребят и с дальнейшим проходом, и будем ждать жребия. Мы в кубке. Ваші питання. Василь Вікторович, ну, команда справді грала хорошо, але мала багато моментів і в другому таймі, наприклад. Але знаєте, от як коментатори кажуть, мабуть, вони хотіли, щоб зрителі побачили ще більше футболу. Не забили додатковий час? Ні, ми хотіли, ви ж пам'ятаєте, у Олімпіка свої задачі. Я кубкова гра, вона, це кубок. Игра на кубок, она вне зависимости, какие бы соперники не играли, это кубок. А тем паче жребий свел Олимпик с Ворсклой или Ворскла с Олимпиком, он не мог быть матч неинтересный, потому что команды находятся по соседству в турнирной таблице. Я с глубоким уважением отношусь к Олимпику, к тренеру, к Роману Санжару. Только хорошие позитивные слова. Да, мы видели, что у Олимпика произошла ротация. У нас тоже некоторые позиции, мы кое-кому дали отдохнуть, но это ничего не значит. Мы играли не с отдельными именами, мы играли с хорошей командой под названием Олимпик. Многое, что получалось, единственное, я же говорю, мы хотели, просили ребят, ни в коем случае мы не должны были пропускать, просили, чтобы не пропускали. Хотели забить как можно быстрее. Ну, так не получилось. Получилось так, как получилось. И, безусловно, потом после счета 2-0 уже у нас все получалось. Было еще ряд моментов. И, я думаю, как бы гол назревал. Мне подсказали в раздевалке, мы нанесли 37 ударов за игру. Это с овертаймом. Ну, забивать надо раньше, так, в принципе, мы довольны игрой и содержанием игры, и желанием. Сегодня много было и борьбы, и подборов, был настрой. Это было видно с раздевалки. Поэтому нам там хвастаться нечем. Это футбол. Мы сегодня, я думаю, победили заслуженно и шагаем дальше. Кто бы что ни говорил, мы будем идти своей дорогой. Скажите, будь ласка, жвавый, рухливый футбол был недопозиційного. Погода якось вплинула на дії футболістів? Ну, погода впливает, когда очень жарко, помните, когда на поле там плюс 40 и дышать нечем. Ну, сегодня я, какая погода б ни была, там мороз, холод, жара, выходили, переиграли, и одна, и, как одна, так и вторая команда. Я думаю, погода здесь ни при чем, а погода для обеих команд одинаковая. Я думаю, все равно для зрителей игра получилась интересной, не скучной и динамічної, много боротьби, скоростя були сьогодні. Ну, це радує. Чи будуть ще запитання? Якщо запитань немає, давайте подякуємо. Тільки вболівальник, як казали, краще був другий додатковий час зразу. Замерзли холодно. Да, да. Хорошо, спасибо. Дякую.